Итак, ребят, приезжаем мы вот в такое вот место. Это очередная церковь Марии Магдалины. Состояние разрушено. Вот в таком вот состоянии она. Здесь, конечно. А, здесь говорят, еще под церковью имеется склеп. И здесь как раз захоронены у нас там какие-то церковные служители. Блин, да смотрите, видите, в каком состоянии здесь все. Не, здесь ничего особенного нету. Но я вам все же сейчас покажу. А, склеп. Не, склеп здесь не получится, да, ничего посмотреть? Не, нет. Все, все под внизу. Ну, а раньше был доступ здесь, да? Да, раньше был. Че, прям там это, могилы? Они под церковью были. Ясно. Ладно, я хочу вам вон тот вон усадьбу показать. Сейчас посмотрим. И это усадьба Бестужева. Вы знаете, кто такой Бестужев? Вот, вот. Именно он. И сейчас я постараюсь, можно ли здесь зайти сюда и вовнутрь пройти и поснимать немного. Как зайду, снова включусь. Я уверен, ребят, что вы такое не видали. Я впервые, кто показывает вам это. Смотрите, какие красивые фрески здесь. Офигеть. Это, по-моему, фамильный герб, если не ошибаюсь. Да, был фамильный герб. Офигеть, вот это красотища. Сейчас зайдем, посмотрим, вот когда-то в свое время сюда заходил сам граф Бестужев. Здесь его встречали. Опа, сюда зайти нельзя, ребята. К сожалению, нельзя. Че, вообще нельзя, да, сюда зайти? А, через окно можно, да? У нас не это. Не повяжут. Ай, бля. Ой. Все здесь, блин. Поломано. Полы вскрыты. Вот в таком вот состоянии. Это тоже, наверное, памятник, да? Да. Вот представляете? Культурного наследия. Памятник. А ребята-комрады здесь побывали. Полы сняты. Заложены шурфы. Офигеть. А мы боимся ходить по полям, где трактора пашут. Чего? Подпол? Сейчас приду. Сейчас я пробегу здесь. Ой, здесь полы еще целые. Вот такая вот красотища. Печи разломали. Погром полный.
А что там за подпол? Шурфы закладывали, да? Да. Я думаю, кто закладывал шурф, неплохо здесь поживился, да? Сейчас, блин, смотрите, какая вещица, какое-то помещение странное. Какое-то овальное, печка. Вот тоже классная такая веранда. Здесь стопудово сам граф Бестужев сидел и пил чай и смотрел в окна. Видите, целые подоконники. О, монета. Я бы удивился, если бы ты царя здесь нашел. Что здесь, есть еще где-нибудь интересно что? Пойдем, второй этаж. А, тут, блин, еще второй этаж, ребята. Сейчас мы вон второй этаж пойдем. Я думаю, там не меньше вот он, интересного. Блин, у меня фонарика нет с собой. Здесь вот имеется подпол. Блин, мы даже половину не прошли. Смотрите, вон там тоже, блин, все. Офигеть. Офигеть, тут зал целый, блин. Я сейчас зайду в зал. Здесь у нас обычная комната. А здесь вот он зал. Ух ты. Смотрите, какие фрески здесь. Лепнина. Обалдеть. Ну здесь все, блин, погром полный. Во, здесь полы целые еще. Блин, темень. Здесь еще одна комната. Здесь тупиковая комната. Все, иду на второй этаж. Повторюсь, вы видите, это поместье графа Орлова. Здесь ходит легенда, протекает здесь речка. И у него была у единственного здесь вообще автомобиль Ford. Между прочим, каменная лесенка. Чё, печка? Ага. И он где-то в речке утопил свой Ford. Многие ищут его, найти никто не может. В общем, легенд много ходит. Различные уроды. Блин, здесь заблудиться можно. Ай! О, здесь балкон был. Здесь вот он выходил и смотрел на своих подчиненных. На своих крестьян. Ага, вон он, Ильич. Да, погнали. Ладно. А тут же, а? Да, раньше полы умели делать. Вот что надо восстанавливать-то. Да, не строй. Понять.
Они строят всякую хрень, а то кладоискатели разоряют культурное наследие. А само государство вот таким вот способом разоряет исторические памятники. Так, куда? Сейчас мы выход-то найдем? А? А где он? А, вот. Вот вход. А что, плитка здесь керамическая, что, потом... Школа была. А, школа была? Это понятно. Ну ладно, все. Мы на выход. Включусь позже.